Возвращаются домой. Россияне, которых задержали в южнокорейском аэропорту Инчхон, покидают страну. Об этом сообщил консул России в Сеуле. 24 пассажира якобы нарушили миграционное законодательство, а именно цель поездки не соответствовала заявленной. Ночью россияне провели в специальном помещении аэропорта, и в ситуацию уже вмешалось наше посольство. И сейчас 11 человек уже покинули Южную Корею, ну а другие 13 планируют это сделать до конца дня.